В Алматинской области акима Тоздыбастауского сельского округа Талгарского района обвиняют в нарушении кодекса госслужащего. Причиной стало рукоприкладство главы округа в отношении одного из местных сельчан. В настоящее время ведется служебное расследование со стороны акимата Талгарского района и управления полиции по части нарушения пунктов этического кодекса госслужащего. Как стало известно, аким применил силу после того, как один из жителей выразил недовольство утвержденным генеральным планом сельского округа, так как его границы проходят красной линией по его земельному участку, в связи с чем между главой сельского округа и жителями произошел конфликт. Сообщаем, что данный факт зарегистрирован в управлении полиции Талгарского района. В настоящее время проводится вся необходимая проверка доводов обеих сторон для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в исследовании обстоятельств инцидента. Следует отметить, что двое граждан обратились с заявлением в полицию в отношении друг друга.